Гонки на спортивных авто вряд ли кого-то оставляют равнодушными. Скорость, соперничество, ощущение свободы – наверное, это мечта любого мальчишки. Минувшие выходные собрали на одной из трасс Красноармейска всех любителей быстрой езды. Уже по давней традиции, при поддержке члена городского исполнительного комитета Вадима Карнауха, здесь состоялось открытое первенство по картингу в память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. Сложное занятие организовывать эти соревнования. Ну, благодаря сейчас вот Карнауху, который спонсировал эти наши соревнования, благодаря участию исполкома, мы все-таки не будем отказываться от этой нашей традиции, будем ежегодно проводить эти соревнования. Раньше, конечно, было больше участников, приезжали фактически со всей Украины, с восточной части, там, с Донецка, многие города представляли, с Луганской области, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская. Ну, сейчас немножко меньше участников в связи с этой напряженной обстановкой. Но все равно заезды будут, люди, детки катаются, на радость всем нам. Я как действующий спортсмен, я занимаюсь мотокроссом. Мне это понятно, я знаю эти расходы и насколько это сложно провести и организовать эти соревнования. Поэтому ко мне обратился еще летом Вячеслав Яковлевич с такой идеей, чтобы поучаствовать. Я скажу, как я уже и говорил, это большая честь принять участие, поучаствовать, скажем так, финансово. Почетные гости, поддержка болельщиков и солнечная погода – все способствовало хорошему настроению участников. После напутственных слов исполняющей обязанности городского головы Красноармейска Галины Гаврильченко и пожеланий победы от заместителя военного коменданта Ревенька Виктора Анатольевича, соревнования объявили открытыми. 24 участника, представляющие 4 города – Доброполье, Красноармейск, Павлоград и Авдеевку – выстроились на старте. Я сегодня буду участвовать, и это мои первые соревнования, я надеюсь на победу. Я маленький был все время, гонки смотрел, все время хотел стать гонщиком. А тут появилась такая возможность хоть почувствовать, как это гонки. Интересно. Это начальная ступень автоспорта. Все лучшие пилоты мира начинали с картинга, с этих маленьких машинок. Ну, стараемся заниматься, это адреналин, это скорость. Каждый старается для себя постичь что-то новое. Среди участников соревнований как опытные спортсмены, так и начинающие. Самому младшему Андрею всего 4 года. Защищает честь команды из Павлограда. Это его второй заезд, потому пусть и небольшой, но все же опыт у маленького картингиста уже есть. Я тренируюсь вместе с папой. Я с этого на победу. И мы ему предложили заниматься картингом. Поехали, показали. Мы с ним посмотрели. В нашем Павлограде есть клуб. И мы с ним посмотрели. Он посидел в машинке. Ему стало интересно. Папа, я буду ездить, я хочу. Мы ему сделали машинку, завели, он поехал. Ему понравилось. Так и начали заниматься, в принципе. Самое главное, я считаю, достоинство этого спорта. Здесь очень маленькие участники присутствуют. Это будущие спортсмены. Это будущие, я бы сказал, победители, которые будут наш город где-то прославлять. Помогать и поддерживать юных спортсменов для Вадима Карнауха задача первоочередная. Ведь он сам тесно связан со спортом, поэтому как никто другой знает, каких финансовых вложений это требует. Вадим Витальевич нам не первый год уже помогает. Ну, он большой любитель автомобильного, мотоциклетного спорта. Вот. И мы стараемся поднимать уровень спортсменов. Вот, благодаря помощи спонсоров. При помощи одних меценатов это будет точечно и мало. Здесь нужна программа. Здесь нужна, как минимум, городская программа, которая бы участвовала. Мы говорим о том, что мы хотим вырастить новую молодежь. Так вот, для этого они должны соревноваться здесь, а не где-то в непонятных местах. Поэтому я считаю, что будем поднимать этот вопрос, и все-таки город должен участвовать в этом спорте.
Как утверждают сами спортсмены, картинг – очень демократичный вид спорта, от которого получают удовольствие как дети, так и взрослые. После 4 часов напряженной езды началась самая долгожданная часть соревнований – награждение. Все участники были отмечены грамотами и ценными призами. Определили и призеров в общекомандном зачете. Ими стали картингисты из города Красноармейска.